Парк культуры и отдыха открыли в селе Бескарагай области Абай. В рамках акции «Таза Казахстан» местные исполнительные органы решили благоустроить заброшенную территорию, которая ранее принадлежала местному жителю. Новое общественное пространство оборудовано современными спортивными и детскими площадками. Асем Утешева побывала на открытии объекта. Много лет на этом месте было заброшенное здание, но после того, как местный житель решил отдать участок земли государству, в Акимате быстро нашли ему применение. На территории построили парк, не уступающий современным аналогам. Мы очень рады, что открыли парк на месте заброшенной пустоши. Очень приятно здесь находиться. Все сделано грамотно, хорошо, достойно. Я пришла сюда с подругой. Тут очень красиво и хорошо. Тут есть стол для шахматов, качели, турники. Новый просторный сквер оборудован беседками, игровыми и спортивными зонами. Здесь установлены сцена, LED-экран, 40 фонарей и удобные скамейки. Всего на строительство объекта из местного бюджета потратили 67 миллионов тенге. Вот такой вот парк каждой селе желаю, каждому городу желаю. И действительно радостно здесь быть. Этот парк только будет на радость нашим жителям района. Здесь вы сами видите, что новым оборудованием все закуплено. Детская площадка, сцена, где будут проводиться все наши районные мероприятия. Отмечу, в области Абай активно продолжается экологическая акция «Таза Казахстан». С начала ее реализации в ней приняли участие более 100 тысяч человек. Очищено свыше 230 парков и скверов. Высажено свыше 135 тысяч деревьев. Асем Утешева, Медет Умирханов, 24 КЗ, область Абай.